могу сказать, что сегодняшняя моя поездка заключалась в том, что городу обязательно нужны парковки. Наш город, к счастью, разрастается. Ну, будем так говорить, растут и доходы, и комфортные возможности для наших водителей. Автопарк столицы растет, и мы уже в этом убеждаемся на протяжении вот последних лет. У нас уже в Элисте появляются пробки. Единственное решение этих пробок – это, конечно же, муниципальные открытые парковки. Здесь мы предполагаем несколько вариантов. Безусловно, с государственной поддержкой, с поддержкой из республиканского бюджета, из бюджета городского. Но в основном рассчитываем на предпринимателей. В данном случае как раз хотел бы обратиться, мы готовы предоставить самые льготные условия для строительства парковок. Бесплатное предоставление земельного участка в бессрочную аренду. 50-процентное участие в расходах при строительстве. 50-процентное, соответственно, участие и в доходах. Строительство на первых этажах любых торговых точек и помещений. Но обязательно это должны быть многоярусные, как минимум на 200 машин и мест, с автомойкой, современной парковки. Я вот не поленился, посмотрел сам. На сегодняшний день практика, ну, по крайней мере, то, что есть в сети, в Москве говорит в среднем от 16 до 22, в Москве подчеркну, от 16 до 22 тысяч одно машиноместо. У нас калмыкии убежден, это будет стоить гораздо меньше. Поэтому думаю, что наши строительные организации, предприятия, у нас есть крупные строители, могут вполне заинтересоваться. И тем более мы предлагаем, скажем так, очень хорошие места. Сегодня вот мы посмотрели три точки. Это три основные центральные точки города. Они, я убежден, и прибыль будут приносить. А самое главное, придадут нашей столице совершенно иной облик. И облегчат жизнь всем горожанам. Не только автовладельцам, но и пешеходам в том числе. Спасибо.